Ассаламу алейкум, уважаемые жильцы этого дома, мой будущий джамаат. Я кандидат депутаты по этому округу, Бетер Бетерович Бетеров. Я хочу, чтобы вы меня поддержали, потому что в парламенте должны быть стойкие, мужественные, грамотные и интеллектуально квалифицированные люди. И любой ваш желание, любой ваш заказ для меня будет законом. Лично я действительно выполню любой ваш наказ. Что вы агитируете, болтаете? В доме опять воду отключили. Как? Воду? Такой ответственный момент. Это беспредел. Сейчас. Алло. Срочно включите воду моему району народу. А то я за последствия не отвечаю. Говорит Бетер Бетерович. Да, да, это я. Все, понял, понял, все понял, Бетер Бетерович. Секундочку. Секундочку, сейчас. Дали воду, дали, вода пошла. Голосуйте за меня, по-любому. Ну что, было все нормально, да? Все будет, все будет, все. Что там там дальше у нас? Дом номер 7. А там что? А там мы свет отключили. Поехали.